Добрый день! Меня зовут Кольбин Дмитрий, и мы с вами находимся в полевом городе в Краснодаре. Сегодня 27 мая, а за моей спиной делянка зимой пшеницы, на которой создавал фон желтой ржавчины, то есть проводил инокуляцию. Мы видим проявление желтой ржавчины, которая уже находится на флаговом листе. Распространение данного заболевания здесь составляет порядка 90%. Причем развитие данного заболевания составляет порядка 30%. Работа была проведена не зря.